Еще я хотел бы вам дать очень-очень важный совет, как правильно читать книги, как сделать так, чтобы книга реально изменила вашу жизнь. Мне некоторые пишут: я прочел весь твой список, но ничего не работает, подскажи еще одну книгу. Ребята, с таким успехом ни одна книга не сработает, ни одна, если вы не будете жить этой книгой, если вы не будете пользоваться этой книгой. А есть люди, которые из моего списка прочли одну книгу, одну единственную книгу, и кардинально изменили свою жизнь. Почему? Они полгода читали одну книгу, но они работали с этой книгой. Читает, к примеру, человек книгу, останавливается, в книге говорится, нужно вести учет расходов и доходов. Он закрывает книгу, берет тетрадку и начинает разбирать свое финансовое состояние. Потом читает дальше, в книге говорится, нужно откладывать. Он идет кошельку, берет 1000 рублей, откладывает. И вот тогда, конечно же, эта книга окажет на вас сильное влияние. Но скептики опять могут сказать: да, это все херня, вот если бы у тебя была волшебная палочка, стал бы ты о ней рассказывать людям. Друзья, хейтеры, скептики, волшебных палочек как дерьма, они валяются. Книги — это волшебные палочки, мои видео — это волшебные палочки. Но нужно уметь пользоваться этими палочками. Пользоваться. А чтобы ими пользоваться, нужно работать над собой. Не один день, не два дня, а всю жизнь. Нужно всю жизнь работать над собой, развиваться. И вот тогда эти волшебные палочки будут работать. И не нужно пробовать. Многие говорят: ну я попробую, если ничего не получится, это не работает. Нужно жить этим, нужно делать, а не пробовать. Никогда ничего не пробуйте, живите этим. Я живу этим, и поэтому для меня это все работает. Я не пробую, я делаю.